увидели, что у вас всегда будет все хорошо. Исполнительный директор ООО «Промышленная группа «Фосфорит» Владимир Леонидович Ярлыков. Добрый день, уважаемые друзья, уважаемые коллеги. 16 лет, почти совершеннолетие. Сегодня Ибрахим представлен во многих странах мира и действительно является одним из крупнейших производителей агрохимикатов в Европе и в мире. В этом году приблизимся к 1 миллиону тонн в год по объему производства. В следующем году я надеюсь, что мы этот рубеж преодолеем. Очень большая работа и огромный объем демонтажных работ, которые мы выполнили. И не только для того, чтобы наша площадка была комфортной, но и для того, чтобы подготовить площади для будущих производств. Много сделано, и самое главное, наверное, что у нас сегодня есть возможность двигаться дальше, есть перспектива. У нас есть с вами резерв мощностей по цеху ФРК. Потому что спрос на продукцию есть, и я уверен, что он будет. Вы видите, что теряют плодородие, поэтому спроса, как говорится, вечен на агрохимикаты. И очень важно иметь возможность, не вкладывая огромные капитальные вложения, наращивать объемы производства, чем мы с вами будем заниматься в ближайшее время. Хочу сказать, что все эти годы мы очень активно сотрудничали и взаимодействовали со всеми уровнями власти, и с Виктором Ольговичем, с районной властью, с городской, с губернатором. И это партнерство, эта конструктивная работа, она позволила сделать очень многое в социальном плане. Вы, наверное, тоже видите, что возникают объекты, которые очень нужны жителям города. Мы потратили на все эти программы почти 500 миллионов рублей. В общем, сделано много, но планов еще больше. Я хочу сегодня сказать всем вам традиционно слова огромной благодарности за вашу работу. Хочу поблагодарить всех наших смежников, подрядчиков, без которых наша работа невозможна. Хочу сказать слова благодарности и администрации за конструктивное взаимодействие. И уверен, что в будущем наша работа также будет двигаться слаженно и, самое главное, с результатом. Разрешите поздравить вас с 16-летием компании. Хочу всем пожелать благополучия, бодрости духа, оптимизма, уверенности в завтрашнем дне. Будьте все здоровы и счастливы. Евгений Усул, под ваши бурные аплодисменты. Oh.
Ибрахим присваивается начальнику отдела финансового контролинга Федотовой Людмиле Викторовне. Сегодня у вас праздник, Еврахиму 16 лет. Долгих уже 16 лет Еврахим вместе с Кингисеппом идет нога в ногу. И с каждым годом наше сотрудничество становится все крепче, перспективнее и долгосрочнее. Мы, конечно, этому все рады, все кингисеппцы, администрация Кингисеппского района. И вот сегодня у нас было, перед тем, как открыть это праздничное мероприятие, у нас была с Владимиром Леонидовичем большая честь, выдана нам обоим, открыть очередной новый спортивный объект, в котором опять Еврахим занял лидирующую позицию, выделил финансирование, и мы открыли новую отреставрированную хоккейную коробку многофункционального образа. Сегодня мы увидели десятки счастливых детских глаз на этой площадке, а вы в глазах сотни детей, которые будут заниматься на этой новой площадке. Это последовательная политика компании «Еврахим» в развитии детского спорта на территории Кингисеппского района. За это «Еврахиму» огромное спасибо. Сегодня, как никогда, становится комфортнее и комфортнее жить в нашем городе, в нашем районе, потому что есть такие партнеры, как компания «Еврахим», как промышленная группа «Фосфорит». Люди не безразличны, как нам жить в будущем. И это и есть, наверное, наше общее дело с «Еврахимом». Уважаемые фосфоритовцы, сотрудники промышленной группы «Фосфорит», позвольте мне от администрации Кингисеппского района поздравить вас с днем рождения, пожелать вам, чтобы все планы Еврахима на территории Кингисеппского района сбывались, здоровья, процветания, счастья и уверенности в будущем нашем Кингисеппе. С праздником! От имени главы муниципального образования Кингисеппского муниципального района Сергея Александровича Ивановича разрешите поздравить вас с вашим 16-летием, пожелать вам финансовой стабильности, процветание, повышение вам заработных плат и, конечно, здоровье. Здоровье еще раз здоровье, потому что это одно из основных для человека. Отдельно поблагодарить вас за те социальные проекты в течение многих лет, в которых участвует фосфорит, которых вы являетесь инициатором и которые финансируют. Спасибо вам большое за это. Еще раз вас с праздником, с вашим 16-летием. Спасибо. И, безусловно, минерально-химическая компания «Еврахим» сегодня один из лидеров промышленности, один из лидеров экономики не только Ленинградской области, но и в Российской Федерации. Но мы очень гордимся тем, что одна из основных производственных баз находится сегодня в Кингисеппе. И та продукция, которую знают за рубежом, которую ценят, на которую есть спрос, делается именно вашими руками. Поэтому, дорогие вам, честь и хвала за ваш труд, за то, что вы прославляете Кингисепп, за то, что вы прославляете Ленинградскую область, нашу великую родину Россию. Хочу сказать, что действительно фосфорит сегодня не просто бизнес, а социально ответственный бизнес. Руководство компании сегодня понимает, что люди, которые трудятся на производстве, которые вот как раз эти блага и производят, это кингисеппцы. И все то, что вкладывается в социальную базу, оно должно идти на благо каждого работника предприятия. А бизнесу процветание, чтобы каждый рубль, вложенный в социальную сферу, шел на благо нас, кингисеппцев. С праздником, с 16-летием! Примите от нас неделимый скромный подарок для компании промышленной группы «Фосфорит» и «Кингисеппского района».
друзья. Кучина Вера Михайловна. Уважаемые коллеги, уважаемый Владимир Леонидович, примите самые искренние от души поздравления с вашим замечательным, юным и светлым праздником. От души хочется пожелать вам процветания, благополучия, стабильности, ярких и замечательных открытий. Вообще компания «Еврахим» – компания молодая, но очень амбициозная. И у нее, я бы сказала, красивые планы и красивые задачи. Что она готова завоевать вместе с вами весь мировой рынок. Символ мира, который, где на карте обязательно будет значит, фосфорит, еврахим во всех странах мира. Пожалуйста. Нагрудным знаком Федерации независимых профсоюзов России за сотрудничество награждается Кравцов Петр Иванович, административный директор. Очень приятно награждает людей труда, чествует трудовой коллектив. Спасибо. Еще раз поздравляю Петра Ивановича с этой достаточно редкой профсоюзной наградой. И вас всем здоровья, радости и счастья. Спасибо. Ваши бурные аплодисменты этой прекрасной девушке, заслуженной артистке России, лауреат песни года. Варвара, под ваши бурные аплодисменты! Все в одной компании работали на одну цель, на один результат. Амбициозные планы на будущее, еще полны сил, полны желаний. Вроде как еще очень много хочется, но не все разрешено, да, в 16 лет. Вот хочется все-таки вам пожелать в связи с этим, чтобы вот у всех у вас оставался этот юношеский задор. Хватило вам здоровья, сил, энергии на все те планы, которые стоят перед вами, перед нами, перед компанией. Без такого дружного, замечательного коллектива было, конечно, тяжело. Большое спасибо, еще раз праздновался. Yeah.
конечно же, хочу вас всех поздравить. Добра, пожелать вам счастья, пожелать вам удачи. Намечается интересная лотерея. У нас за зрителей лежит три прекрасных подарка. И кому-то из вас сегодня повезет. А теперь внимание! Как это получается? Ряд 13. Ряд 13 несчастливый. А вот место, наоборот, таки счастливое. Номер 7. В общем, дорогие друзья, как это ни странно, вот так вот мы катали. Сейчас должны улыбаться вы. Первый ряд. Место номер 10. Так получилось. Вот такой прекрасный телевизор, Samsung, по вашим утром и свет, достается для прекрасной девушки, которая дала. До свидания. Нам нужны вы, нам нужен Кингисепп. И мы сегодня специально приехали только для вас. Конечно же, вы самые красивые, самые любимые, самые талантливые. Давайте с вами вместе споем песню, русскую песню. Stop!